Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня я поделюсь своими покупочками. Итак, я подписалась на Faberlic, наконец-таки. Очень много девочек-блогеров делают обзор по этой косметике, рассказывают. И последнее меня впечатлило. Блин, все время забываю, как зовут эту девочку. Очень много имен, очень много блогеров, так что я извиняюсь. Где она как раз-таки делала обзор по Faberlic, у нее была помада офигенская, просто вот такая. Я ее приобрела, только другой цвет. Я взяла вот такой цвет, как у меня на губах. Посмотрите, во-первых, какой дизайн, просто офигенский. Я уже, возможно, ее показывала в подарках. Я считаю, что это отличный был бы подарок на Новый год кому-нибудь. Она здесь тоненькая, здесь у нее очень насыщенный цвет, посмотрите. То есть это вот сразу она красит вот так вот. У нее глянцевый оттенок, что мне очень нравится. Мне кажется, для зимы, вот осень-зима, это отличные, просто невероятные оттенки. И мне после того, как я ее приобрела и попробовала, мне захотелось купить всех оттенков, что есть у них. Это первая интересная вещь. Дальше, в Faberlic я также заказала. Ну, вы знаете, я подписалась и сделала минимальный заказик. Там, оказывается, делают, ну, дают подарок. Если вы заказываете, там на 500 рублей, по-моему. Ну, я уложилась вот в эту сумму. Даже нет, не уложилась. Я, оказывается, увидела там BB-крем и думаю, у меня какие-то BB-крем, и все, недовольна, хочу найти какой-то супер BB-крем. И я заказала там, в общем, BB-крем, чтобы попробовала. Сейчас он как раз-таки на мне. Я его попробовала. В принципе, мне понравился, ну, так-то ничего особого я еще, на первое впечатление очень хорошее, ничего особенного там я не почувствовала, что прям ой, вах-вах. То есть, ну, так же как Maybelline, Garnier, неплохо ложится, но мне нравится еще его дизайн. То есть вот он вот такой вот интересненький, красивенько будет стоять. Кислородное сияние, умеют они сделать рекламу. Защита на 15, многофункциональный BB-крем и плюс еще увлажняет. Ну, отлично, мне нравится. Также я купила там пасту для детей, подарила своему племяннику клубничка. И мне дали вот такой подарок. Я уже о нем говорила тоже, о том, что как идея заказать косметики, да, мало того, что в подарок вот такие штуки, еще вы подарок. То есть, в общем, без подарков ваши друзья не останутся. Также я заказала там пробнички вот такой вот помады. Саму помаду не заказала, заказала пробнички вот такой вот помады. Мне очень понравилось. Я заказала там три цвета. Это красное дерево, просто офигенский цвет, пламенный фламинго и аметистовая дымка. Вот аметистовую дымку я попробовала и скажу вам так. Помните, я вам рассказывала за свою помаду тоже в видео, что она не стирается, ничего, очень интересный, красивый цвет. Вот, очень похож на аметистовую дымку. Вот аметистовая дымка на этот цвет. Прекрасно ложится, насыщенный. И вы знаете, ну цена, то есть понимаете, да, вот цена Givenchy и цена Faberlic разница. Но я скажу по качеству, по приятности на губах просто замечательно. Поэтому я не думаю, что нужно переплачивать. И точно так же такую помаду. Там вот все шикарные цвета. Я не знаю почему, но мне сейчас просто... Я раньше вообще помадами не пользовалась. А сейчас, вот как начала вести свои блоги, начала пользоваться помадами. И думаю, какая красота. Как они увлажняют и ярчат действительно образ. В общем, это то, что касается Faberlic. Для начала я попробовала. И я смотрю, продолжаю обзоры, девчонки. Но если кто-то смотрел вот и кто-то пользуется этой косметикой, что-то пробовал офигенское, что рекомендуете мне взять, пишите, пожалуйста, мне в комментариях. И я обязательно посмотрю, что теперь у меня есть каталог, и мне интересно что-то оттуда будет заказывать. Это первое. И второе, кто не подписан еще на Faberlic, точно так же я не распространяю эту косметику, я ей не занимаюсь. Я просто зашла по ссылке, зарегистрировалась и прихожу и делаю все уже со скидкой. Так что, если вам интересно, я оставлю вам внизу, проходите, регистрируйтесь, получаете свой номер анкеты и уже вы можете брать все со скидкой. Не помню, какая там скидка, 25% или 30%. В общем, очень удобно. И также получаете подарки. С Faberlic мы закончили. Дальше. Нашла интересную косметику Шерима Шери. Может быть, кто-то ее знает. Но в последнее время в интернете я обшарила интернет, весь поискала. В общем, говорят, что замечательная косметика, но нигде ее нету. Я, в общем, взяла, нашла в одном месте блески. Очень мне понравились. Один из них будет моей подружке, один мне. Мне очень нравится, у них тоже глянцевый цвет, у них очень приятный запах, они достаточно стойкие. И взяла у них вот такие вот румяна. Чем они мне понравились, я их взяла больше как хайлайтер. То есть у них интересный цвет такой, видите, блестит.
То есть их можно использовать как хайлайтер. Я на хайлайтерах помешана, мне очень нравится, какой эффект они дают лицу. Вот такое. Если кто-то знает, где есть Шерима Шери косметика, то, пожалуйста, скажите мне, я с удовольствием пойду и закуплюсь там. Далее, косметика тоже я посмотрела у блогеров, мне очень понравилось, и сразу же я помчала, чтобы взять, чтобы попробовать. Это Vivienne Sabo, французская косметика. Я пошла, у нас в центре, это только на Буденновском, в ЦУМе, в Летуале. Там уже все прилавки просто содраны. Что там рекламировали, это тушь, которая делает сценический образ. Сейчас эта тушь на мне, я не знаю, как вы увидите или нет, что она делает. Но вы знаете, мне очень понравилось. Во-первых, мне нравится силиконовая щеточка. Да, это она, у них новый дизайн, там есть в наборах. Она вообще золотистая, как бы вроде как раньше была. Сейчас она вот такая, новый дизайн. А так все то же самое. Кисточка у них такая тоненькая, силиконовая. Мне очень понравилось, как она мягко красит. И, в общем, не скатывается, все разделяет, удлиняет. Очень красиво и эффектно. Я довольна этой тушью. Так что теперь у меня два фаворита. Это Maybelline объем. В принципе, в Maybelline любая тушь, объем, там, удлинение, она везде хорошая. Да? И Vivienne Sabo. Мне очень нравится. Также я взяла у них какая-то пудра, дизайн мне очень понравился у них, он напоминает мне Шанель когда-то, только Шанель мне, честно говоря, не понравилась, я помню, кому-то подарила ее так, очень мягкая, я взяла 101 номер, по-моему, это пудра прозрачная, поэтому она тоже сейчас на мне Faberlic BB крем, сверху эта пудра, она очень-очень мягкая, действительно увлажняющая, очень бархатная, я когда попробовала тестеры, я восхитилась и обязательно прям вот взяла себе. 101 номер, по-моему, она прозрачная. В общем, на мне она так смотрится, как прозрачная, просто матирует и увлажняет. И также я взяла у них интересный блеск. Он тоже идет с глянцем. Ну, он такой персиковый, нежный. Знаете, он больше, наверное, идет на... Ой, классный запах, конфетка, карамелька. Больше пойдет, наверное, на весну. Пока что, мне кажется, осень-зима – это вот такие яркие, классные помады. И вообще Faberlic – это супер-мега. Закончили с Vivienne Sabo и перейдем к Tiande. В Tiande в этот раз я сделала подарки всем, поэтому я набрала там вообще больше, чем на 5000 подарков всяких. Точно так же дали мне в подарок офигенские тени. Еще раз я их покажу, кто не видел. Мне они очень понравились, они очень яркие, насыщенные. Есть как для вечернего, так и для дневного макияжа. Цвета очень мне понравились. Также в Tiande новинка, которую я тоже рекомендую, не новинка, а находка в Tiande, которую я очень рекомендую, это природный дезодорант. Вот, я решила подарить тоже некоторым людям вот такой дезодорант, кто пользуется у меня. Ну и также себе в Tiande обновила мою любимую активный гель, который наносишь его, он скатывается, он собирает всю грязь, отшелушивает верхний слой, открывает и очищает поры. Он очень классный, очень мне нравится, он у меня уже почти заканчивается. Я купила себе еще один. Также, кстати, я пользуюсь вот теми шампунями, которые вам рассказывала тоже, вот по ссылочке, может быть, пройдете, увидите. Я рассказывала там о шампунях имбирных. Мне очень нравится, я в восторге. У меня просто прекрасные стали волосы, мягкие, кожа увлажнилась наконец-таки. И если вы помните, по уходу за волосами я использовала всегда какие-то такие, знаете, капсулы для увлажнения кожи головы. Сейчас с этим с этими шампунями, бальзамом мне оно не нужно, потому что кожа увлажняется и, в принципе, не шелушится. Мне подходит это все дело. Также набрала свои соли, как я вам о них говорила. Также я оставлю ссылочку внизу, вы можете регистрироваться. По этой ссылочке вас регистрируют, подождете, вас зарегистрируют, и уже можете идти, говорить свой номер анкеты, и уже все покупать с 35% скидкой. Так что это очень удобно и классно. Так я делаю. Вот. Ну все, вот они мои последние покупочки, мои радости маленькие. Я теперь наслаждаюсь своим внешним видом, своими губами. Так что бегите в Faberlic, покупайте эту помаду, мне она очень нравится. И другие помады тоже, ну, вот, которые я вам показывала. Желаю всем хорошего Нового года, радуем себя и окружающих. Желаю вам любви, счастья, денег и много-много всего. Главное, хорошее настроение, праздничное. С вами была Селена Свей.